По кругу пусть тебя, ты запомнишь короче. Молли маска хостел, тебе не быть иконой. Ты в 16-м умер и воскрес пульсовиком, блядь. Какой нахуй злой рэп, давай себе с пути, брось. Ты поднялся у себя в глазах, а наш опустился. Йо-йо-йо, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами Влад Экпорт, и сегодня Тони Раут просто сделал что-то мощное, что-то прекрасное, что-то положительное, то, чего мы всегда от него ждем. Новый трек презентует Тони Раут, Blitzkrieg называется, трек Diss. Между прочим, мы ставим, конечно же, лайки, и вы тоже ставьте лайк, безусловно, огромное вам спасибо. Эту работу еще никто не успел порекомендовать, а может быть успели, просто я не чекнул комментарии, ребят, прошу прощения, если что не так. Но, что касается этой работы, несколько дней назад он у себя в Инстаграме, ВКонтакте, везде презентовал, что он делает дисс, что он почти готов. Вчера он выложил пост выкладывать, когда сегодня, завтра... И в итоге 5 часов назад премьера состоялась, да. Поклонники сразу в комментариях раскрыли его, что... Ну, или хотя бы предположение дали, что дисс будет на самого себя. И, скорее всего, оно так и будет. Потому что уже комментарии прочекал чуть-чуть, да, почитал. И люди пишут, что он сам себя задиссил и, так сказать, высмеял свой новый образ, типа попсовый, да, что он вот такой сякой, что кому-то это может не нравиться. Давайте сейчас посмотрим, оценим и насладимся Тони Раутом. Всегда приятно, новые треки, это всегда изобилие эмоций, ребят. Давайте на весь экран, на всю громкость. Тони Раут, Blitzkrieg. Все знаем, что такое Blitzkrieg, ребят, так что объяснять, думаю, не нужно. С самого начала... Let's go смотреть. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем положительных эмоций. Тони Раут, взрывай как умеешь. Let's go. Блиц, крик, открывай, папа, дома. Беги, я пришел за тобою. Крик, крик, но никто не поможет. Крик, крик, сука, кил. Открывай, папа, дома. Беги, я пришел за тобою. Крик, крик, но никто не поможет. Крик, крик, сука, кил, кил. Чем ты стал? Ну это сразу отсылка идет, вот эти вот, за 30 секунд сразу отсылка шла к старому треку, где они просто своей бандой в масках приперлись домой и скинули чувака с окна. Это был, не помню какой трек, но... Точнее, я помню, но не хочу ошибиться с названием, так что не буду говорить. Но я помню этот трек, очень был агрессивный, 2014, 15, 13 год, может быть, этот трек. Когда они приехали кому-то домой, да, и просто выкинули чувака из окна, да. И здесь он отсылается к тому треку. Ну что могу сказать, агрессивно, мощно, харизматично. Это просто относится к этому человеку. Давайте слушать, что он нам сейчас будет подавать. Но припев бомба, я думаю, на концертах. Уф, хоть и концерты еще идут. Вот, Москва, Питер вроде прошли. Я думаю, если бы он нам это исполнял, то это просто был бы взрыв всего зала. В принципе, как это было на треках Тони Раута. Кто не знает, тот не знает. И, наверное, не смотрели истории Тони Раута с концертов и Гарри Топора, естественно. Давайте слушать дальше. Но никто не поможет. Клик, клик, сука, кил, кил. Чем ты стал? Ты попса, раньше был гетто стар. Вешайся, с чего ты взял, что тебя не достали. Приговор подписал, убегаешь, уж пацан. Мы пришли к адресам, ты штаны обоссал. Боец, пять туркать бесполезный. Я знаю тебя брезгую, ебать, ходишь по лезвию ножа. Наркоман и алкаш, ты за бабки продажный. С тобой жестковат, тебя ждет мой коллаж. Фу-фу-фу, пишешь хуйню столько лет. В руках моих член, иду ебать весь твой рэп. Лысым было лучше, как персонаж ты скучен. Раньше была пушка, теперь трек твоя булшит. Но я помню этот момент, где он еще был лысым, у него была прическа, вот это вот, помните, да, по бокам лысина, а здесь такой ирокез, да, это было очень стильно, это было очень модно, и это смотрелось просто реально божественно. С Тони Раутом согласен, именно по образу, вот если, конечно, кому все по-разному это могут считать, но по образу, вот раньше Тони Раут реально смотрелся очень таким страшненьким человечком, да, который... так сказать, просто вот со своим образом очень сильно похож, да, со своими песнями. Да и сейчас Тони Раут тоже красавец, огромный красавец, и делает шикарные треки. Вот вам и доказательство, вот этот трек вам в пример идет. Прекрасно сделан, сделана работа, просто стёб такой максимального левела. Давайте слушать дальше. Лысым было лучше, как персонаж ты скучен. Раньше была пушка, теперь трек твой булшит. Блиц, крик, открывай, папа, дома. Беги, я
пришел за тобой. Крик, крик, но никто не поможет. Крик, крик, сука, кю, кю. Блять, крик, открывай, папа дома. Беги, я пришел за тобою. Крик, крик, но никто не поможет. Крик, крик, сука, кю, кю. Да никто прячется, беги, поджигаю фитиль, подливаю бензин, палач рядом, кю, кю. Сынок, это бибу, бабу. Мы палим одним треком, разъебался твои новые хиты. Ты послал нахуй всех, а вообще, бра. Слышь, мудак, ту же свет, без респект, бра. Ты прогнил до костей на костле, бра. По кругу пусть у тебя, ты запомнишь карусель. Молли, маска, хостел, тебе не быть иконой. Ты в 16-м умер и воскрес пасовиком, блядь. Какой нахуй злой рэп, давай себе с пути, мразь. Ты поднялся у себя в глазах, а наш опустился, бич. Ну, не знаю, не опустился, это уж точно, в моих глазах уж точно не опустился. Треки были своеобразные, да, и были агрессивные, были какие-то попсовые, да, больше. Но это ничего не меняет, Тони Раут как был прекрасным чуваком, который делает очень качественный рэп, которого всегда приятно слушать, таким и остался. И здесь он нам сказал, что или же он приходит с новым образом и будет разрывать все, что движется, не движется, и очень сильно менять, так сказать, свой стиль, да, или же это просто вот такая мимолетная, не знаю, мысль, да, его, и он решил это сделать. Просто качество. Давайте дослушаем, и это просто вау, просто вау. Спаси без пути, мразь, ты поднялся у себя в глазах, а наш опустился, бич. Слышь, давай съебал отсюда, нахуй, хуило. Мы все заждались нормальной музыки, но точно не от тебя, сука. Съебал отсюда. Мудак говорит, не согласен. Но Тони Раут огромный молодец, шикарная работа. Вот, ребят, реально подняла мне настроение прям максимально, ребят. Вот максимально, и главное, вот так вот неожиданно трек входит, это всегда приятно. Тони Раут огромный молодец, просто шикарно простебал себя, шикарно, так сказать, со стороны своих зрителей, да, алдов, я могу сказать, состебал себя. Мысли прочитал алдов и решил это все сделать, да, это все качественно и очень красиво. Будут какие-то перемены, или же будет какой-то альбом, или же ждет нас что-то такое, что будет еще больше отсылаться к старому Тони, да. Может быть, изменит прическу, может еще что-то. Всякое может быть, ребят, мы не знаем, что ждать. Но что касается самого клипа, все сделано качественно, прекрасно. Новое вот это вот, новое какое-то звучание, ну как новое. Здесь оно, наоборот, ссылается как бы к старому, но звучание Тони Раута мне всегда прикалывает. И здесь это сделано на очень хорошем уровне. Съемка прекрасная, бит просто отличный, агрессия просто вау. Я думаю, сколько здесь лайков, дизлайков, давайте посмотрим. Дизлайков очень мало, всем трек понравился, потому что алды реально помнят того Тони Раута. Я думаю, настоящий фанаты, поклонники Тони Раута в любом случае всегда поддерживали Тони Раута, да, писали, может быть, какой-то хейт, но хейт, конечно же, аргументированный. Если хейт не аргументированный, то, я думаю, Тони Раут даже вообще не обращал на это внимания, потому что смысл ему на это обращать внимание. Вот он еще сказал пару фраз таких: мне это нравится, а вам нет, да, по сути, то есть поклонникам это не нравится, но самому Тони Рауту это нравилось, да, но пора что-то менять, да, Тони Раут, наверное, подумал, и сейчас он что-то будет менять в своем творчестве, или же это всего лишь мимолетное такое движение, да, просто решил снять клип, дис, простебать самого себя, я уж тут не знаю. Ребят, пишите свои мысли в комментариях, это был Тони Раут, это был я, Влад Экпорт, спасибо вам за огромное за просмотр, всегда говорю вам, любите Тони Раута, всегда его поддерживайте, подписывайтесь на все соцсети этого горячего парня, который делает прекрасную музыку, ребят. Я желаю ему всего самого наилучшего, и все самое лучшее, естественно, у него впереди. Забываем прошлое, идем только вперед, ребят. Ну, конечно же, старые треки, ребят, переслушиваем, ребят. Это, конечно же, история, ребят. Тони Раут огромный молодец. Здесь не было Гарри Топора, но это абсолютный трек, конечно же, Тони Раута. Ребят, всем удачи, всем пока. Я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте сильными людьми, занимайтесь спортом, ребят. Всем удачи, всем пока. Ля, какой уф! Просто разнесет сейчас нахрен все. Вот это агрессия. Всем пока. Крик, открывай, папа дома. Беги, я пришел за тобой. Крик, крик, но никто не поможет. Крик, крик, сука, кю, кю. Блять, крик, открывай, папа дома. Беги, я пришел за тобою. Крик, крик, но никто не поможет. Крик, крик, сука, кю, кю. Да никто прячется, беги, поджигай.
Набираю петель, подливаю бензин, палач рядом. Кю-кю! Сынок, это бип-бу-бу-бу. Мы палим одним треком, разъебался твои новые хиты. Ты послал нахуй всех, а вообще брак. Слышь, мудак, ты уже свет, дизреспект, брак. Ты прогнил до костей на костей.